немного китайского рынка. Обычный рынок для местных, не для туристов. Вкусные штучки. Вот она, лапша со всех видов. Холодно, однако, пар изо рта. Ну и обычная китайская, к сожалению, не работающая с утра столовая. Мы добыли еду. Это называется пау. Сейчас мы это будем есть. А у меня вилки нет. У меня тоже вилки нет. Еще раз повторюсь, мы добыли еду. Мы смогли объяснить, что мы хотим. И сейчас мы это будем есть.